Вау, у нас тачка с вами, ребят, появилась. Первая машина, отлично. Неплохо. Неплохо так. Давай, погнали. Давай, иди сюда. На, получи. Держи. На, о, на, 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 на. Так, окей, всем привет, ребят, меня зовут Максим. Ну что ж, по голосованию в группе ВКонтакте, а также на страничке ВКонтакте, мы начинаем с вами прохождение игры Mad Max. Кто еще не подписался на страницу, либо в группу ВКонтакте, обязательно подписывайтесь, ссылочки в описании под этим видео. Там я проводил голосование по этой игре, и сейчас на данный момент больше 150 человек проголосовало. И большинство хотят видеть прохождение по игре Mad Max. Ну а мы начинаем. Давайте новая игра. Так, сохранение, да, первый слот. Я здесь немножко как бы погонял, протестировал. Давайте начнем. Ах, отличные гонки. Начинают. Убить его, лорд член будет доволен. Я стану чемпионом, вот увидишь. Да. Отличное начало. Это наш главный герой, зовут его Макс, как и меня. Это мой приз, черная машина моя. Да, эти, получается, падальщики, по-моему, зовут, хотят у Макса, я так понимаю, отобрать машину. Я его вижу, трофей ушел, рассыпаться цепью. Нет-нет, держимся вместе, он хитрый лис. Давай, Макс. Ох, держи, вот это выстрел. Отлично. Вот это эпик, ребятки. Эпичное начало. Он был одним из тех. Из них, тех, кто потерял все. И не раз. Из этого он лишился рассудка. Вечно бежал от призраков прошлого. Он верил, что он может заглушить какофонию в голове и обрести покой, который назвал безмолвной равниной. He now had the vehicle. У него была машина, оружие, припасы и стойкость. Не хватало только горючего. And here, и здесь топливо можно было достать только в одном месте. Гастаун. Ох ты ж, еще. Еще нас нападает, ты посмотри. Давай быстрее, Макс, садись. Гони, гони, берегись. На, держи. На, получай. Он силен, осторожно. Ох, вытащили, смотри, а. Шлем едет. Так, да, главного злодея зовут, конечно, очень жутко. Ну и выглядит он ужасно. Посмотри на него. Пес у него такой. Слушайте, мои апостолы ужаса. Вы хорошо поохотились. Смотри, какой злодей, а. А вот и лис, который собирался ограбить шлема Острусса. Не, держи, получай, Макс, получай. Ох. Да уж, и у нас отбирает машину, ребят. Уходим, звери мои. Да, одежду все сорвали, смотри, машину забрали. Вот же гад, а. Этот злодей. Но Макс не сдается, смотрите, еще живой, еще живой. Давай, давай. О. Да. Да, не выйдет, видать, просто так. Отцепить-то тачку. Да, они же машину, видишь, они уводят. Собака. Вырви ему глотку. Ох, пес. Ох, жалкий пес. На, ох, ничего себе, вот это он живодер, а. Ого себе, у него палочка, ребятки. Это палка, на, держи. Вот здоровый какой, а, ты посмотри. Ох, это больно. О, да, а он живучий, ты посмотри. Да, Warner Bros. Представляет. Warner Bros. И Avalanche Studio Game. Mad Max. Да, ребят, кстати, назрела еще одна голосовалка. Я думаю, что я ее создам. Как раз же от этой же студии вышла на днях буквально игра под названием Тени Мордора.
Да, песик наш, смотри, живой, но он пострадал. У него лапка, видать. И он стал дружелюбным. Полегче, пес, не кусайся. Я не хочу снова драться. А пес живой, ребят. Отлично. Но это его бы не остановило. Он обретет покой, даже если придется начать еще одну войну. И война приближалась, потому что он обрел заклятого врага. Да, ребят, так что вот по поводу Тини Мордора, это игра по Властелину колец. Опять же, я думаю, что я создам голосование. Я первую часть прошел, очень крутая игра. Вот, и сейчас вышла вторая часть. Так, и мы начинаем. Да, и если вы хотите, чтобы я поиграл в эту игру, я имею в виду Тени Мордора, отправляйтесь тогда в группу ВКонтакте и голосуйте. Так, перемещение. Да, я играю на джойстике, мы начали, это наш Макс получается. Так, хорошо, прыжок, левый альт. Ага, мы можем прыгать, отличное перемещение, взор. Так, пес куда-то побежал, давайте отправимся за ним, ребятки. Посмотрим, что с ним произошло. У него вроде как лапа поломана или сломана. Не знаю, как правильно сказать, но... В общем, он неплохо так пострадал. Так, и у нас есть вода. Удерживайте Эй, чтобы наполнить флягу. Хорошо, наполняем. Наполняем флягу. Отлично. Молодец, пес. Так, выпить фляги. Выпить и удерживая вверх. Отлично, попили водички. И что у нас немножко... Так, пока что пес меня не подводил. Нужно его найти. Он опять куда-то убежал. Так, тут мы ничего не можем никуда запрыгнуть, да? Как понимаю. Пока нет. Так, ладно, побежали дальше. Да, у нас есть какой-то пистолет, какой-то пекарь. Ого, слышал, да? Пес куда-то в передрягу попал. Найти пса. Ага, вижу. О, ты кто такой, А ты... Зачатчик, не больно, не бойся, тебя не разберет. Он не для еды. Это ты? Какой ты страшный. Клапан впускает энергию, создавая жизнь, которая поджигает божественную свеча зажигания. Эволюция, пожалуйста, не убивай жестянщика, не надо. Почему? Потому что я тебя знаю. Да, я следил за тобой в дальнозоры, они оставили тебя, а теперь ты хочешь вернуть ее. А, машину, говорит, ты водитель. Да, он говорит, Савио, верно. Значит, тебе нужен жестянщик, тебе нужен я. У меня есть машина, которая доставит тебя к твоему транспорту, честно, святой. Только она сломалась, поэтому я пришел сюда за деталями. Я механик, я могу ее починить, и Дикий Ди тоже, ее нужно полностью перебрать. Он про собаку, видимо, говорит, Дикий Ди. Не вздумай удрать. Нет, не удеру, я же знаю, ты меня найдешь и разберешь на запчасти. Жестянчик не уйдет. Так, окей. Что? Так, новая биография, меню паузы, жестянщик. Ага, тут мы можем почитать. Жестянщика? О, мой ангел, я могу воплотить тебя в стали, могу создать твое тело и зажечь священное топливо. В общем, здесь можно почитать, но мы не будем, это очень долго. Ладно, продолжаем. Так, и что теперь, куда мы идем? Да, но мы остались с вами без машины, ребята, и придется, наверное, так. Удерживайте, чтобы поговорить. Пес истекает кровью. Я могу его починить, но лучше всего я работаю в алтаре. Сначала в машину. Для ремонта багги нужны провода. Зато потом я покажу, куда они отвели черного. Где взять провода? Иди вон по той тропе. Но сначала пожри чего-нибудь, а то баг у тебя почти пустой. Он страшный, а? Ужасно. О, я вижу, что... Так, найти проволоку для баки. Удерживайте, чтобы поесть. О, что это? Собачья еда? Да, у нас, ребят, постапокалипсис, поэтому... Так, консервы куда лучше каши с червями. Нет, точно, Макс, это точно. Так, нам надо идти туда. Хорошо, пошлите. А, так, бег. Ага, можем бежать. Отлично. Можем бежать и можем прыгать, да? Ну, как-то бежит он.
Не слишком прям быстро, ну и прыгает тоже не особо высоко. Ну да ладно, давайте посмотрим. Ох ты. Так, ну что тут найдется для меня? Так, обыскивайте трупы ради лома и боеприпасов. Ага, могу обыскать. Так, что нашли? Трамбовые патроны. Так, боеприпасы. Так, отлично. Боевые патроны нашли. Так, на некоторые объекты, отмеченные особым цветом, можно залезть. Кто болтает? Ага, ясно. Кто-то болтает, ребят. Я вижу там гадов, по-моему, да? Да, вон. Побежали. О, щенок. Смотри, щенок появился. Смотри на меня и бойся. Знаешь, кто со мной? Сам член. Воинов учат с самого детства. Им давлют голову, что они должны уважать только своих господ, свои машины и братьев по оружию. Так, ну ясно, короче, это обычные щенки. Так, прицельный выстрел. Ох ты ж, как это сделать-то? Пам! Уху! Хорошо! Отлично, значит, вот так я целюсь, ребятки, и на... Так, немножко неудобное управление. Так, обыскать я могу тебя? Нет, он меня еще ударил, а? Ладно, у меня всего один патрон. Так, а как драться? Окей, побежали. Побежали, там еще, по-моему, эти гады есть. Ну-ка, давай посмотрим. Да, вот они, смотри, кого-то бьют. Че? Так, смотри, рукопашный бой. Чтобы ударить врага, нажмите X, а чтобы парировать, нажмите Y. Парировав удар, нажмите X, чтобы нанести мощный контрудар. Продолжайте нажимать X после удара или контрудара для серии ударов. Ага, понятно. Ну, давай. Давай, иди сюда. На, получи. Держи. Да, о! На, 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 на. Держи. Отлично. О, поворачивайся, Макс. Да ты чего? Я же вроде бы нажал. Оп, оп. Ох, отлично. Так, мощный удар. Удерживать X. Ох, ничего себе! На! На! Ох! Давай, давай! Давай, мощный удар! Ох, отлично! Вырубил, да? Так, давай! На! Держи! Вот это красиво! Ой, что я нажал? О! Что такое? Эй, отожмись! А, вот, отлично! Фоторежим, наверное. Да, я фоторежим, наверное. Как это я? А, вот, отлично, да. Смотри, я могу в фоторежим войти. Видал? Ничего себе. Классно, как я могу рассмотреть нашего героя с, там, с любого расстояния. О, прикольно. Так, все, хорошо. Найти проволоку для багги-жестянщика. Отлично. Так, тут что у нас? Я что-то вижу. Удерживайте, чтобы... лом собрал. Один лом есть, ребятки. Так, сведения удерживать. А, лом. Один из двух тут найден. Так, все, отлично. Вот с этого корыта мы забираем провода, ребятки. Так, где-то здесь еще есть лом. Так, должно хватить, говорит. Ага, вот сюда я вижу, могу залезть, похоже, да? Да, отлично. А, и вот здесь еще лом один мы можем, наверное, собрать. Да, отлично. Место поживы. 100% мы тут все собрали. Окей. Так, ну неплохо так, неплохо разобрались. Так, только у меня патронов, да? Оу, я последний патрон использовал. Хотел перезарядить и использовал последний патрон. Так, давайте лом. Еще 7 лома собрали. Так, больше никого обыскать не могу. Нет. Все, побежали обратно к этому жестянщику. По-моему, его так зовут, этого страшного человека, который там нам хочет помочь. Непонятно только для чего. Так, тут я ничего не могу собрать. Ух ты, кто там стоит наверху? Нет, еще нет, ты не готов. Why? Стой! Ты кто такой? Это кто такой был, алло? Нет, говорит, ты еще не готов. Слышал, да, он нам сказал? Не готов, говорит, ты еще. Че это я не готов? Я ко всему готов. Скорее, святой, уйди, иди, сильная протечка. Он имеет в виду, он назвал собаку Дикий Ди, что ли? О, какой ты мерзкий, а что ты делаешь? На, держи провода, мы нашли. Я слышал звуки бойни, тебя не продрявили? У тебя не вытекло топливо?
Слава, слава небесам. Так, давай берем собаку. Так, мой багги вон там, иди за мной. Так, последуй за жестянщиком багги. Смотри, как классная, да, графика, смотри. Там следы остаются на песке. Может, какой-то пустой. Сюда. А, я иду, жестянщик, давай быстрее. А, вот его машина, смотри. Так, собаку надо погрузить, в общем. Посадить пса в багги, написано, да. Отлично. Спокойно, пес, спокойно. Так, запускай багги и вперед. Скромная машинка, но тянет, будь здоров. Ага, удерживайте, чтобы сесть в машину. Так, газ, тормоз, руль. Вау, у нас тачка с вами, ребят, появилась. Первая машина, отлично. Ууу, неплохо. Неплохо, так. Давай, погнали. Так, скорее всего, я верну свою машину, тем быстрее. Так, аминь, пусть мы приедем вовремя, спасем черного на черном от смерти. А, варвары обожают резать машины. А, он мою машину черного на черном прозвал. Странный какой-то этот жестянщик. Так, ну ладно, погнали. Отлично, пока. Пока неплохо. Так, управление немножко странненько. Так, с того дальнего зоркого пункта мы можем разглядеть твою машину. Где это? А, вот. Проехать на смотровую площадку. Окей. И что, куда теперь? Отсюда можно осмотреть лагерь. Не бойся, что нас заметят. Так, какой лагерь? Так, проследовать за жестянщиком на смотровую площадку. Сюда, смотри. Так, что здесь? Ага, видишь, вон где засели эти страшные убийцы? Эти мясники, язычники. Смотри, вон там их король, шлем Острус. Ага, большой босс из Гастауна. Эм всегда забирает самое лучшее, но сейчас его нет, я не вижу земледвига. Я верну свою машину. Нет, погоди, у меня идея. Так будет лучше для тебя и для меня, ты только послушай. Ой, черный на черном спекся, его разобрали, его больше нет, он никогда не вернется. А, я могу собрать для тебя машину еще быстрее, еще мощнее, чем черный на черном. Да, не смотри, уже всю мою машину разобрали на запчасти. Насколько мощно и быстро? Очень быстрее страха, мощнее песчаной бури. Пойдем, пойдем, нельзя, чтобы нас заметили. Я отведу тебя в храм, когда увидишь то, что я хочу показать, будешь что-то там не успел прочитать. Так, миссия пройдена. Дикарь, я остался без машины. Воины члема разнесли ее на куски. Мне нужна новая тачка. И срочно. Интересно, этот чокнутый механик сможет мне помочь? Сможет мне помочь или нет? Не знаю. Так, бинокль. Нажмите вниз, чтобы наблюдать. Ага. Так, отличное укрытие. Здесь можно собрать машину. А, ого, это на что похоже? Какая-то здоровая лодка, видать, ребят, да? Смотри. Да-да-да, это... Да, это лодка перевернутая получается. Видишь, вот винт. Так, хорошо. Перемещение камеры, масштаб. Так, ага. Как я еще могу передвигаться? Нет, так, где их база? Где этих гадов база? А, вот она. Вон они там все. Смотри, видал? Вон их сколько. Раз, два, три. Где-то там моя машина, короче. Да уж, ладно. Так, убираем бинокль. Все, куда теперь? Так, тут что-то есть? Так, лагеря 01, пугало 03. Так, чтобы узнать продолжение сюжета, доберитесь до убежища жестянщика. Я здесь могу что-то пособирать? Вроде как пишут, что... Что? Так, уничтожить нефтяные насосы. Так, регион, крайние могилы. Я тут нажимаю, но ничего не выходит. Так, двери открываются? Нет, не открываются. Так, ладно. Так, эмблема, лом. Что-то где-то я могу собрать, но где, непонятно, ребят. Так, ну да ладно, давай садимся в тачку тогда, погнали. Значит, нам нужно добраться вот до туда. До того убежища. Что это за место? Это крайние могилы, а вон там великая белизна.
Раньше. Так, крайние могилы, смотри. Крайние могилы, описание. Крайние могилы – самая нижняя часть Великой Белизны. Дно высохшего моря. Многие считают, что дальше спускается уже некуда. Здесь находится убежище жестящих. Ага, понятно. Ниже некуда. Так, ох. Так, стоять. Оу, я врезался. Ничего страшного. Так, хорошо. Что теперь? Мы приехали в убежище жестянщика. Так, владение жестянщика. Убежище мы нашли с вами, ребят. Отлично. Так, убежище жестянщика. Здесь тут опять что-то можно почитать. Так, где тут? О, что-то... Ну. О, не открывается голова. Странно. Если ты готов, то пора двигаться в священное убежище. Так, а что не готов? Тут можно что-то у тебя собрать? Вроде бы как ничего тут нет. Ну-ка, да, я погляжу сейчас. А, о, смотри. Ох ты, я тут флягу могу наполнить, смотри. Мы уже идем. Давай. Флягу наполним сейчас. Вот, хорошо, отлично. Так, еще что могу сделать? А, могу попить сразу, по-моему, да? Да, вот я пью, смотри, у меня энергия прибавляется. Видишь, классно. Опять могу? А. Мой алтарь ждет. Да сейчас, подожди, я посмотрю, может, у тебя тут еще что-то есть такое. Интересное. Нет, пока ничего. Вижу, какой-то насос. Что-то еще. О, еще что-то тут. Так, мои чертежи тебе наверняка понравятся. Хорошо, я иду, жестянщик. Сейчас прыгну, вот, отлично. Все, бегу. Что ты хочешь? Так, удерживай, чтобы приступить к миссии. А, какая-то миссия, смотри. Хорошо, давай приступаем. Сохранение. Отходи и взгляни, святой. Это мечта видений, ставшая былью. Ангел, воплотившийся в стали. Клянусь огнем, который движет поршнями. Клянусь коробкой передачи и кривошипно. Вот он, мой шедевр. Что это за шедевр? Это же какой-то тарантас просто рассыпанный. Вот. Это не машина, это ведро с гвоздями. Так вот именно. Нет, она божественное знание, вдохновение, дарованное небом. Она явила себя в этот мир. Смотри. Смотри, божественная суть сливается с кардальным баллом в симбиозе воды. Модифицирована и подобна по мерке старая вера. Это классический турбобрат. О да, пулепробиваемый устойчивый к нагрузкам. В религиозном экстазе улучшенный мастерской. Во имя пружин ароматизаторов электрических цепей. Мне нужно 8 цилиндров, не меньше. Все будет, но сначала нужно добыть для нее прекрасный кузов. Покажи мне, где он. Идем, чем раньше, тем лучше. Идем. Идем, святой. Угу. Короче, какой-то тарантас он собрал, ребят, но говорит, для него нужно кузов добыть.